This is happening. Where am I? О, новый дядя! Молите, молите! А можно я... Помолчи, малой. Дай взрослым поговорить. Ну, я всего лишь хотел... Тише. Успокойтесь. Давайте не будем пугать нового члена нашей семьи. My name is John. What is happening? Привет, мой друг. Сейчас я все расскажу. Пожалуй, начнем издалека. В конце 18 века начали наблюдать за людьми, у которых два лица. Это сейчас известно как диссоциативное расстройство идентичности или же раздвоение личности. Это когда у человека возникает две или же более автономно функционирующих личностей, сменяющих друг друга с разной частотой. Предполагается, что это происходит из-за защиты от потрясений, детских травм, насилия или же серьезных потерь. Все эти состояния личности называются изменчивыми, а настоящая личность человека, которой принадлежит тело, называется хозяином. Это его основная жизнь, а у нас они другие. У нас разный пол, возраст, вера и даже физиология. Удивительно, не правда ли? А ведь многие личности не знают друг о друге. Но, конечно же, бывают исключения. Многие считают нас душевно больными, но это не так. И тело тому доказательство. Доктор Путнем провел множество исследований и нашел одну удивительную деталь. При смене личности меняется и тело. Дыхание, пульс и остальные физиологические показатели. У разных личностей были зафиксированы появление и исчезновение, сыпи, аллергии, эпилепсии и даже цветовой слепоты. В истории говорится то, что был человек, у которого нашли более 1000 личностей. Вы представляете, что с ним творилось? В 1980 году у пациента Тимми была одна занятная личность, которая спокойно пила апельсиновый сок. А знаете, что самое забавное? У хозяина и у остальных личностей была жуткая аллергия на апельсиновый сок. И благодаря Тимми человек мог пить апельсиновый сок без последствий. У другого пациента была жуткая аллергия на табак, но его личность любила курить. Представляете? Подобные реакции были замечены в алкоголе, наркотиках и лекарствах. У разных личностей были разные эффекты, а также их продолжительность. В 1988 году узнали то, что переключение между личностями может происходить мгновенно, за доли секунды, а может достигать и нескольких часов. Длительные исследования нейромускулярной системы позволили экспертам найти симптомы конверсии. Проявления бывают разные – глухота, слепота, анестезия, а также паралич. В 2015 году обследовали женщину, которая несколько лет назад в аварии повредила зрительную часть головного мозга, и врачи продиагностировали слепоту, хотя физических повреждений глаз не было обнаружено. Потом, через несколько лет, у женщины обнаружили расстройство идентичности. А вот дальше будет интересно. Доктор была свидетелем, как одна из 10 личностей смогла прочитать обложку журнала. Представляете, какое чудо! Данной личностью был мальчик-подросток, и через некоторое время еще 7 личностей смогли видеть. А еще через некоторое время женщина смогла, пускай слабо, но видеть. Это ведь удивительный мир. Я сейчас вам расскажу такое, что вы... Ну и приснится же такое. Приветствую. С вами 108. Сейчас вы посмотрели экспериментальный ролик на моем канале. Он несет информацию, ну и в художественной манере снят маленечко. Данное видео было сделано к фильму «Сплит» и «Мистер Стекло». Надеюсь, тем, кто хотел поинтересоваться о болезни главного героя, данный ролик дал какую-то информацию, был интересен. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, и тогда я буду стараться делать больше таких художественных видео с каким-то сценарием интересным. Также вы можете немножечко поддонатить на Киви кошелек. Всем удачи, всем пока.